он мне скучно жить, бесцельный путь, бесцельно каждый день. В море жизни иллюзий, гнидят скуки и блядей. Почему сидят бандиты не на зоне, а в верхах, а пацаны по ноль побриты, жизнь стремятся в подпыхах. Сейчас другие увлечения, не такие, как когда-то. Надо влипать приключения, а потом послать их матом. Но такие приключения без какого-то движения, даже самого простого, как во время размножения. Обновляются районы, супермаркеты и клубы, лучше сделали намерность, поменяли в доме трубы. Почему у нас застой и денег нету на постой? Почему, когда не звали, смерть является скосой? Мои старые знакомства оказались просто ветром, разносящим ностальгию по мотивам в стиле ретро. Почему скучают люди, когда есть чего поделать? Подскажите, люди, мне, почему тоска заела? Почему у нас и жизни по уму? Почему все надо делать самому? Почему никак я денег не займу? Почему никак чего-то не пойму? Почему у нас все жизни по уму? Почему все надо делать самому? Почему никак я денег не займу? Почему? Ну как ты ни крути, все будет так, как ты не хочешь, и все будет не так, как пророки нам пророчат. Я не верю в предсказания, мне на это наплевать. Все пророки дилетанты, это способ выживать. Почему мы все живем? Все равно мы все умрем. Заставляет что-то жить, заставляет день за днем. Почему всех поделили на хороших и плохих? Если ты совсем другой, значит ты плохой для них. Каждый знает слово «сука», их везде, повсюду много. С ними быть такая скука, рвать охота огнелого их базара. Суки, твари, шмары, суки, твари, шмары. Ты заткнешься наконец-то, сука, мы не на базаре. Почему ты много денег, там и очень много зла? Где всегда весь ослепил, на всеми зависть всех взяла. Все друг друга ненавидят, почему так все сложилось? Почему так все сложилось, в голове не уложилось? Почему у нас вся жизнь не по уму? Почему все надо делать самому? Почему никак я денег не займу? Почему никак чего-то не пойму? Почему у нас вся жизнь не по уму? Почему все надо делать самому? Почему никак я денег не займу? Почему? Йоу! Почему, когда не спросишь ты кого-то почему, все всегда хотят ответить покачину? Почему ведутся войны за свободу и за мир? Для кого-то Ленин враг, для кого-то ум кумир. Почему мне так хреново, почему меня тошнит? Почему не слышно бита, кто-нибудь включите бит? Почему создать твой трек — это целая проблема? Как продвинуться куда-то — остается вечно тема. Надо просто делать дело, никогда не унывать. Мое дело — делать бит, тексты, музыку писать. Надо просто постараться, надо просто разначать. Если станет получаться, в том же духе продолжать. Почему кругом таланты без гаража по миру ходит? Чтоб купить буханку хлеба, режут руки на заводе. А безмозглые уроды по экрану резво скачут. А настоящие музыканты все никак не дадут удачу. Почему доляры нынче собрались на главный план? Каждый встречный почему-то хочет искать мне в карман. И ничего не обнаружив, сильно съездит по лицу. Ну а я не замедляюсь, больно мажу по... Почему так много злобы, мало нежности, добра? Потому что мирно сильных убивать детей пора. Дует ветер на рассвете, разносящий чуму. Ну а больше всего меня бесит слово. Почему? Почему? У нас вся жизнь не по уму. Почему? Все надо делать самому. Почему? Никак я денег не займу. Почему? Никак чего-то не пойму. Почему? У нас вся жизнь не по уму. Почему? Никак я денег не займу. Почему? Все надо делать самому. Почему? Никак чего-то не пойму. Почему? Почему? Почему?